19 сентября 2020 года впервые в городе Калаче-на-Дону состоялась экологическая игра «Чистые игры. Чистый лес». Инициаторами и организаторами «Чистых игр» выступил молодежный центр «Лидер» и ТОС «Портовской». Экоигра «Чистые игры. Чистый лес» состоялась при поддержке фонда президентских грантов. Главная идея проекта – в игровой форме научить людей всех возрастов не только убирать мусор, но и правильно его сортировать. На прибрежной зоне реки Дон, от кафе «Адмирал» до городского пляжа, на территории нефтебазы, 108 участников из 29 команд сражались с мусором и победили. В «Чистых играх» приняло участие большое число добровольцев, потому что это не только важное с точки зрения экологической безопасности мероприятие, но и увлекательное. Организаторы разработали карту местности, придумали загадки и специальные задания, поиск необычных предметов, артефактов, фотоохота, загадки. Команды по сигналу приступили к поиску и сбору мусора. За набранный объем мусора начислялись баллы. Дополнительные очки можно получить за раздельный сбор, за так называемые артефакты, необычные предметы, найденные во время квеста, а также за выполнение дополнительных заданий. Всего лишь за 2 часа участники игры собрали 548 мешков мусора, а это составило почти 5 тонн. Популяризация раздельного сбора мусора – главная цель общероссийского движения «Чистые игры», поэтому мусор собирали по правилам раздельного сбора. 150 мешков смешанного мусора, 173 мешка пластика, 29 мешков металла, 112 мешков стекла, 47 батареек, 79 мешков алюминиевых банок, 531 килограмм крупного мусора. Весь собранный мусор был вывезен региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Игра проходила в децентрализованном формате с использованием индивидуальных средств защиты. Склады, куда участники приносили собранный мусор, были распределены по территории таким образом, чтобы не создавать скопления игроков. На каждом складе, помимо игрового инвентаря, присутствовал санитайзер. Торжественная церемония вручения призов состоялась 20 сентября у молодежного центра «Лидер». По итогам экоигры «Чистые игры. Чистый лес» победителями стала команда номер один «Зеленый путь». Каждый участник команды получил толстовку, футболку и термокружку с логотипом игры. Второе место заняла команда номер 25 «Высшая лига». Они получили интерактивные глобусы. На третьем месте расположилась команда «Поуп». Каждый участник команды получил плед для пикника. Также все участники экоигры были награждены благодарственными письмами, а также за различные номинации были подарены призы от спонсоров игры.